И сегодня губернатор Дмитрий Кобылкин встретился с предпринимателями округа. Говорили о проблемах малого бизнеса и о том, как можно сообща их решить. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ». Предприниматели интересовались возможностями производства под собственными брендами. Сегодня ямальскую продукцию готовы принимать несколько российских регионов. И Дмитрий Кобылкин пообещал поддержать эти начинания. Говорили о мерах поддержки, о взаимодействии с налоговой службой. Отметили, что по многим вопросам есть прогресс. К примеру, получить разрешение на строительство теперь можно в 1,5 раза быстрее. Нам все время хочется сделать чего-то больше, но мы, еще раз говорю, есть определенные ограничения, которые нам, к сожалению, пока работаем, делаем, строим ровно настолько, насколько у нас есть сегодня финансовых возможностей.